Добрый день. Сегодня я хочу представить вашему вниманию большой муштабель усовершенствованной конструкции. Длина опорных реек этого образца в разложенном виде равна 95 см. Он больше малого муштабеля на 30 см и пригоден для работы на холстах со сторонами до 1 метра. А при использовании двух или всех четырех сторон подрамника данный муштабель может работать с холстами вплоть до размера 180 на 180 см. Напомню, малый муштабель может работать с холстом до 70 см, при использовании четырех углов до 120 на 120 соответственно. Как и малый муштабель, данный образец крепится к любому из четырех углов подрамника и служит для опоры руки при прорисовке мелких деталей на картине. Муштабель, кстати, удобен в работе и художнику левше. В отличие от стандартного муштабеля, этот вариант идет без пенала. Это связано с большими размерами инструмента. Обе версии муштабелей, как большой, так и малый, выполнены из бука, имеют безупречное качество изготовления. Муштабели покрыты высококачественным лаком, с поверхности которого легко устраняются загрязнения после работы. Уровень сопротивления инструмента настраивается с помощью гаечного ключа на 8 мм и обычной плоской отвертки. В отличие от малого муштабеля, в данной версии инструмента предусмотрено отверстие на конце опорной рейки для крепления навесного оборудования. В частности, можно крепить линейку длиной до 1 метра для отрисовки прямых линий на холсте кистью или карандашом. В данном инструменте предусмотрены два отверстия, с помощью которых можно несколько укоротить длину муштабеля, тем самым повысив его жесткость за счет изменения длины рычага. Также эти отверстия можно приспособить для крепления небольшой палитры, которая может использоваться для точной подгонки цвета в работе. Подбирать и сравнивать оттенки цвета с палитры, расположенной рядом с поверхностью изображения, имеющей одинаковый с ней угол наклона, а значит и одинаково освещенный, будет значительно легче и точнее.